Всем привет из солнечной Якутии. Хочу обратиться к заместителю командующего объединенными силами аппарата главнокомандующего вооруженных сил Украины бригадному генералу Анатолию Шевченко. Толик, брат, мы вместе учились в Уссурийском Суворовском военном училище. В одной роте, в одном взводе, в одном отделении. Жили в одном кубрике. Мы были очень дружной командой, командой кадетов, единомышленников. Помню тебя решительным, смелым, очень умным и сильным парнем. Ты знаешь, у нас никогда такого не было, что мы разделялись на нации, на русских, украинцев, якутов, тувинцев. У нас никогда такого не было. Мы были одной нацией. Но волей судьбы, волей тех недальновидных политиков, которые были тогда, мы оказались по две стороны одной баррикады. Толя, на сегодняшний день пришло время разрушить эту баррикаду. Я всецело поддерживаю политику, которую проводит наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Надеюсь, восторжествует справедливость, и вы присядете за стол переговоров, вы поднимете белый флаг, потому что мы одна нация. У нас единая история, у нас единые цели. Толик, я жду тебя у себя в гости. Наше дело правое, мы победим.